Здравствуйте, в эфире программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Праздновать будем всю неделю. О мероприятиях, посвященных Дню города, рассказали в администрации Рязани. Точка сердцебиения Захар Прилепин приехал открывать весенний центр. Липецкий мост во всей красе. Реконструкция подходит к концу. Археолог Василий Конов оценил работы с точки зрения исторической аутентичности. В Рязани продолжаются поиски 26-летней Елены Лагуновой. Она пропала еще в прошлое воскресенье, 25 июля. Девушка вышла из дома и не вернулась. Приметы – темно-русые волосы, зеленые глаза. Девушка была одета в джинсы, джинсовую куртку с капюшоном, белую футболку со стразами и черные кроссовки. С собой у рязанки был бежевый рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба звонить по телефону 8 800 700 5452 или 112. Нет пока никакой информации и по двум девочкам, сбежавшим из детского оздоровительного лагеря в Касимовском районе. 16-летняя Кристина Таланина и 15-летняя Ульяна Фокина уже 10 дней не выходят на связь с родственниками. Таланина Кристина была одета в толстовку с капюшоном бирюзового цвета, синие шорты и джинсовую кепку. Из обуви на девушке предположительно были надеты кроссовки или сланцы. Ульяна Фокина была одета в худи темно-зеленого цвета, серые спортивные штаны и синие кроссовки. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе разыскиваемых Кристины Таланиной и Ульяны Фокиной, сообщать эти сведения по телефонам 02-102-112 с мобильных операторов или обратиться в ближайший отдел Министерства внутренних дел. День города в этот раз будут праздновать целую неделю. Связано это с эпидемиологической обстановкой и разделением мероприятий во избежание массового скопления людей. Программа праздника разнообразная, от спортивных состязаний до КВН. Свой интерес найдет каждый. Подробности рассказали в администрации города в пятницу, 30 июля. Днем воздушно-десантных войск откроется праздничная неделя. 2 августа нас ждут традиционные торжества, но, разумеется, с соблюдением всех антиковидных мер. 3, 4 и 5 августа мероприятия пройдут в каждом районе отдельно. В Советском у Дворца детского творчества и в Солоче, в Московском у ДК «Приокский». Жители Октябрьского района празднуют в парке имени Александрова, Железнодорожного района – в парке возле РДМ. 7 августа – наш праздничный день, основной день, который также будет насыщен. У нас откроется несколько объектов, таких как, вы уже, наверное, наблюдали, в Кремлевском сквере идет подготовка большого камня закладного, который будет открыт во славу заложения города Переславля-Рязанского. Он откроется в 9:30 в Кремлевском сквере. В течение всей недели будет проходить фестиваль туристических маршрутов. Попасть на экскурсии можно бесплатно, записавшись предварительно по телефону 280498. К уже полюбившимся рязанцам направлениям в этом году добавились грибная тропа и экскурсионная прогулка на самокатах. На территории Кремля пройдет конкурс звонарей «Колокольный перезвон». Уже 15 звонарей подали заявки. А в парках и на площадях организуют спортивные мероприятия, главные из которых 7 августа. Все начнется с общей городской зарядки. Также 7 числа в лесопарке пройдет у нас Кубок города Рязани, приуроченный к празднованию Дня города в формате 3x3 баскетбол. И 8 числа также мы для рязанцев организуем мероприятие. Это будет спринт-лыжи-роллеры в лесопарке. Старт будет в 9 часов утра. Изюминкой празднования станет фестиваль КВНщиков. В этом году клуб веселых и находчивых отмечает 60-летие. И рязанские представители решили устроить в Центральном парке культуры и отдыха мини-юрмалу. Главным призом и талисманом этого фестиваля будет поющий косопуз. Так мы придумали. Значит, у нас он есть в красном, в зеленом и в синем. Мы приглашаем на этот фестиваль команды не только города Рязани и Рязанской области. К нам приедут ребята из многих городов, таких как Смоленск, Тула, Нижний Новгород, Москва, Видное, Апрелевка. Оформление города к празднику вы наверняка уже заметили. Девиз этого года – «Талантливая Рязань, знай наших». Портреты выдающихся современников размещены на остановочных комплексах, а также на мониторах в разных районах города. Основные мероприятия пройдут 7 августа в Центральном парке культуры и отдыха. От сценического формата решено уйти во избежание скопления большого количества людей. В разных уголках парка будут различные тематические локации. И праздник наверняка запомнится каждому. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
29 июля закончился прием документов на очную форму обучения в бакалавриате Рязанского государственного университета. К настоящему моменту принято 10 тысяч заявлений, что больше, чем в прошлом году. Самые популярные направления традиционно – юриспруденция, социология и иностранные языки, но в этом году добавились новые специальности из закрывшегося Института культуры. До 7 августа продолжается прием в магистратуру, до 14-го – научный платный бакалавриат и заочную форму обучения. Предварительные подсчеты показывают, что наибольшей популярностью пользуются социология, иностранный язык и статистика. При этом явно растет количество выпускников с интересом к естественным наукам. В этом году абитуриентов гораздо больше, чем в прошлом году. Много студентов, точнее абитуриентов, но мы надеемся, будущих студентов, приходили в этом году очно, много подавали по почте. В этом году 4 варианта, как минимум, подачи документов у нас существует. Это личный кабинет, это госуслуги, это почта вуза и личный прием. Топ-дисциплин с самым высоким конкурсом неизменен: экономика, ИНЯС, социология и юриспруденция. Ну, нам нравится сфера юридическая, поэтому мы решили именно сюда подать. 4 года уже отучились и решили продолжить, собственно говоря, обучение в родных стенах. Очень хорошие педагоги, достаточно обширные объемные знания давали. Впрочем, обозначать цифрами конкурсную ситуацию пока рано. Каждый абитуриент обычно подает документы одновременно в 5 вузов и на несколько направлений сразу. Проанализировать статистику возможно только после приказа о зачислении, после того, как сами прошедшие по баллам абитуриенты сделают свой выбор. Между тем, остаются такие направления, поступление на которые практически гарантировано. Есть у нас направление подготовки, где с небольшим количеством баллов можно претендовать на бюджетное место. Это такие направления, как математика, математическое обеспечение администрирования информационных систем, техническая физика. Здесь широкое количество бюджетных мест. И если вы имеете в своем арсенале такие ЕГЭ, как русский, математика, информатика или физика, вот здесь мы ждем абитуриентов, потому что вы можете реально занять хорошее бюджетное место на перспективной специальности, имея не очень высокие баллы. Современные тенденции таковы, что некогда не самые популярные специальности сегодня добавляют. Будущие и нынешние студенты понимают перспективность дефицитных профессий. Обучаюсь на направлении химия. В будущем я смогу стать химиком, работать как в научной какой-то деятельности, так и, например, на каком-нибудь нефтезаводе. У меня очень широкий спектр возможностей, где я смогу работать, и в будущем для меня, скажем так, все дороги открыты. В этом учебном году в РГУ появилось сразу несколько новых направлений – статистика и судебно-прокурорское дело, а также перешедшие из Московского института культуры дизайн, режиссура и социокультурная деятельность. Бюджетных мест по этим направлениям нет, только контрактные. Прием документов продолжается до 14 августа. Творческие же экзамены уже начались. Эти направления мы открываем впервые. Лицензию мы получили недавно. И для того, чтобы пройти аккредитацию, нужен первый набор. Соответственно, мы его будем ждать. Но, тем не менее, уже та профессорско-преподавательский состав и та материальная база, которая должна быть, она постепенно формируется. Сейчас мы опираемся в основном на кафедру культурологии, которая уже ввела у нас определенные предметы и имеет опыт в этом. И вторая часть – это те преподаватели Института культуры, которые тоже заинтересованы и, в общем-то, участвовали сейчас и в творческих испытаниях и, надеемся, будут нам помогать, когда мы начнем обучение. Пока что для подачи документов не требуется ни ПЦР-тестов, ни справок о вакцинации. Будут ли какие-то особые условия для студентов и преподавателей, зависит от постановлений соответствующих органов. В РГУ согласятся с любым решением. По каким правилам играть, впрочем, будет понятно лишь в сентябре. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С этого года в ГИБДД работает система «Паутина». Она позволяет отслеживать местоположение угнанных и покинувших место аварии автомобилей. И, по сути, «Паутина» сегодня опутывает всю область. Система фиксирует скорость, с которой двигается автомобиль, направление движения. В общем-то, все это помогает нам определить автомобиль и сориентировать на него экипажа. На экране монитора фотографии нарушителей. Номера мы, естественно, закрыли. Каждая машина попала под одну из более чем 300 камер, которые установлены в регионе. И, словно по ниточке, информация передается в диспетчерский центр ГИБДД. Система эта так и называется – «Паутина». С мая уже полноценно функционирует. И уже за это время нам удалось выявить более 500 различных нарушений, вот как банальных, как выполнение требований по регистрации транспорта, так и выявить автомобили с подложными госрегзнаками, что довольно серьезно, и за это грозит лишение права управления.
Показывать рабочий интерфейс программы пока нельзя, она для служебного пользования. Однако смело можно сказать, что это ее мозговой центр. Тут сидит диспетчер, которому в считанные секунды поступает информация о нарушениях. Их обрабатывают и пересылают экипажам ДПС. Сейчас мы находимся на маршруте патрулирования экипажа ДПС. Это северная окружная дорога, позади нас автозаправка. Вон там находится камера видеофиксации. Если есть нарушители, с нее поступает сигнал на систему паутина. Оттуда экипажам ДПС посмотрим, может быть, нам удастся задержать правонарушителей. Инспекторы работают не только по сигналам, которые поступают с системы паутина. Останавливают подозрительное авто и с обычной проверкой. Система реагирует моментально. Работает система паутина, номера снимаем. Электроника не ошиблась. Машина не зарегистрирована в установленном порядке. Теперь владельцу грозит штраф. Возможно, водитель попытался прикрыться рамкой ЦНС ФСБ вокруг номера. А может, она осталась от предыдущего владельца. В любом случае, оберег нарушителю не помог. По данному факту составлен был инспекторами административный материал. В отношении водителя вынесен административный штраф. Госрегзнаки его изъяты. Водителю этого автомобиля нужно либо зарегистрировать этот автомобиль в установленный срок, либо прекратить его использование полностью. После составления административного материала сотрудники ГИБДД продолжили свою работу по маршруту патрулирования. Если паутина заметит нового нарушителя, она сообщит инспекторам. Да и хранит эта система информацию месяцами, поэтому теперь у нарушителей вряд ли получится уйти от закона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Глава региона Николай Любимов обсудил с жителями судьбу малой архитектурной формы. Под этим эфемерным понятием скрывается вполне конкретная скульптура – фонтан в виде слона в поселке Шлаковый. Постамент пустой, здесь больше никого нет. Фигуру слона, который стоял здесь без малого почти 7 десятков лет, теперь можно увидеть только на архивных фотографиях и видеозаписях. А появился он в далеком 53-м, когда Рязань начали активно благоустраивать. Типичные для того времени образцы как раз такого благоустройства. Ну, призваны были прежде всего, сделать территорию более уютной, более какой-то милой, приятной для прогулок. И слоник был элементом фонтана. Фонтанов на тот момент в Рязани было много. Конкретно этот слоник украшал детский сад. Потом здание закрылось, перестал работать и фонтан, а фигура стала никому не нужна. Я все-таки считаю, что такие скульптуры, понятно, что они недолговечны, они требуют постоянной заботы, да, это все-таки не бронза, но такие скульптуры должны сохраняться как элемент истории в том числе. После закрытия детского сада слон выполнял скорее декоративную функцию. Вроде бы никакого функционала не нес, а глаз радовался. Его часто перекрашивали, слон был желтым, зеленым, синим, фиолетовым и, наконец, вернул себе былой белый цвет. 2 года назад хобот фигуре повредили вандалы, но фигура осталась, поэтому местные и возмутились, когда слон внезапно пропал. Кажется, не нужно. Старый такой был. Конечно, нужно. Во-первых, она давно стоит и привлекает, и красиво было. Конечно, нужно. Нет, слон не нужен. Ну, почему не нужен-то? Зачем он? Ну, почему? Дети будут приходить. Маленькие. Все, они возле него, знаешь, как крутились-то. Это наша память, это наша история. Она необходима. Ну, потому что я здесь жила до 65-го года. Вот. И это всегда было. А сейчас, пупок голый, некрасиво. Фигура пропадала дважды. Год назад ее забирали на реставрацию. Слона с хоботом вернули на постамент. Теперь он пропал вновь. Говорят, навсегда. Об этом люди много писали и мне в социальных сетях. Эта тема привлекла внимание наших СМИ. Были даже коллективные обращения с просьбой вернуть символичные такие скульптуры. Раз это действительно волнует людей, необходимо оперативно отреагировать, отремонтировать, а если надо, сделать новые формы, посоветовавшись, конечно, с жителями и установить эти скульптуры на прежние места. Из слов губернатора становится понятно, что возвращение приятных глазу скульптур зависит от рязанцев. Захотим ли мы увидеть привычные фигуры и, может, работающие фонтаны, или стоит ждать чего-то нового? Сейчас чаша фонтана поросла травой. Последний раз вода здесь была, страшно подумать, 65 лет назад. Он проработал всего 3 года, с 53 по 56. Но кто знает, может, после реставрации фонтан вновь заработает и вода появится здесь вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Реконструкция Лыбецкого моста длится уже давно. К настоящему времени по нему уже движутся автомобили, открыт он и для пешеходов. Согласно проекту, он должен не только быть функциональным, но и вписаться в исторический контекст. Работа еще не закончена, но уже можно оценить, насколько удалось сохранить историческую концепцию.
Во время реконструкции Лыбедского моста одной из задач архитектора и подрядчиков было максимально сохранить аутентичность, а также вписать новый проект в исторический облик. Поэтому авторы решили полностью воссоздать литые секции, установленные здесь в 40-50-е годы прошлого века, сразу после войны. За полвека многие элементы пришли в негодность и требовали замены. Другая часть оказалась покрытой таким количеством слоев краски, что оригинальный рельеф литья уже не просматривался. Вместе с историками рабочие в ходе демонтажа отобрали наиболее хорошо сохранившиеся секции. Их очистили от краски и проанализировали, что делать дальше. Одна из таких секций послужила образцом для отливания новых элементов. Именно с нее была снята модель предварительно, вот эту предварительно эту секцию домастиковали, воссоздали, все каверны были убраны на тяж-пресс-маши, и по старой секции сделана литьевая форма. Работа по изготовлению точных копий оригинальных секций к настоящему времени завершилась. Отливали их в Рязани на заводе тяж-пресс-маш. В работе принимали участие историки и археологи, которые следили за соответствием оригиналам. К слову, те исторические литые элементы после военных лет также изготовлены на родине, на Истинском заводе, которого к настоящему времени больше не существует. Я с большим удовольствием и интересом осмотрел то, как секции сейчас установлены. Это действительно стало украшением города. Буквально каждый элемент мною осмотрен лично по нескольку раз. Можно сказать, и я должен сказать, что то литье, которое сейчас установлено на Лыбедском мосту, практически ни в какой детали не отличается от того прототипа, который стоял здесь раньше. Несколько оригинальных секций решили сохранить в новом проекте, как образцы, дань истории. В этом есть некий символизм и преемственность. Элементы 50-х можно увидеть на лестничных сходах к цирку. Мы с вами можем видеть, что декор этих секций представляет собой крупные элементы растительного орнамента, круглую розетку, в центре которой помещена пятиконечная звезда, как один из символов советского строя, советской власти. И именно такие же секции, сделанные по слепку, по модели со слепка оригинала, у нас размещены на основном ограждении. Оригинальное литье было установлено в послевоенное время. Тогда проводилось благоустройство всего бульвара. Старожилы могут еще помнить эти работы. Сейчас к завершению подходит новый этап благоустройства – современный. Реконструкция моста почти завершилась. Сейчас идут работы по устройству пешеходных тоннелей. Напомним, их под новым мостом будет два, вместо одного, как это было изначально. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Все в мире, все, что мы имеем, что мы собой являем, это есть культура. Наша речь, наша мимика, наше сознание – это все построено на нашей культуре. Мы – дети Федора Достоевского, Льва Толстого, Аввакума, Сергея Есенина. Мы их прямые наследники. И когда мы перестаем ими быть, мы исчезнем как народ. Обращаясь к первым посетителям Есенин-центра, сказал Захар Прилепин, который приехал в Рязань на открытие нового арт-пространства. Открытие Есенин-центра Прилепин задумал еще в прошлом году и слово свое сдержал. В старинном деревянном домике теперь разместилось арт-пространство. Судьба деревянного домика с резными наличниками на улице Салтыкова-Щедрина, одного из комплекса усадьбы Попова, с прошлого года беспокоила градозащитников, историков, краеведов и просто неравнодушных граждан. На соседний резной дом во время урагана упало дерево, разрушив крышу. Затем скончался хранитель усадьбы Анатолий Турбин. И многие уже попрощались с памятниками деревянного зодчества. Оказалось напрасно. Задуманный Захаром Прилепиным проект «Есенин-центр» получил свою прописку именно здесь, в этом доме. В том числе мы приняли участие, и Захара лично, в вопросе по историческому поселению город Рязань. То есть это спасение нашего деревянного зодчества. Нудная, кропотливая бумажная работа, которая в течение года проводилась, и она сейчас уже выходит на очередной этап именно решения. В память об Анатолии Турбине, который всю жизнь боролся за то, чтобы эти уникальные постройки сохранились, в доме организовали комнату-музей с личными вещами. А здесь, прямо в этом помещении, он жил. Теперь тут будет школа реставраторов. Мастер Сергей Косарев уже много лет восстанавливает резные наличники, деревянные колонны и другие предметы русского национального искусства. И свое умение по сохранению культурного наследия отныне будет передавать ученикам. Вот наличники реставрируем, я новые делаю. Вот сделали вот по моему дизайну, вот мои ученики как это сделали. Вот видите, вот эти вот. Комплект такой, вот БК отреставрировали, девчонки, кстати, тоже самостоятельно практически.
Вот. А это вот они сделали комплект такой мебели. Вот. Это в старорусском стиле, здесь рязанские мотивы. Вот, старинные. А рязанские мотивы, это что именно? Что можно отнести? Орнамент рязанский здесь. Вот. Но лев, это такой среднерусский. Вот, видите, он такой, у него хвост такой. Это самый растительный, такой чисто русский. А здесь расположилась выставка работы Александра Зимина. Его искусственные предметы резьбы по дереву поражают воображение. Первому гостю Есенин-центра творец сделал подарок. Он был полукровка, здесь видно, что у него есть немножко татарской крови. Так это и правда. Вот она такая косая скула. Очень счастлив я этому подарку. Сильнейший мастер рязанский. Я в прошлый раз еще с ним познакомился. Сильнейший. Уникальная библиотека, посвященная Сергею Есенину, выставочные залы для современных мастеров, пространство для поэтических и музыкальных вечеров. Проект был задуман чуть больше года назад, и сегодня мы присутствуем при его рождении. Тот случай, когда слова не остались просто словами. Я написал о Есенине огромную книгу в серии ЖЗЛ. Это самая большая книга в истории серии ЖЗЛ. Есенин – это точка прорывов в любые события, связанные с Россией, с революцией, с космосом, с бытием, с мужчиной и с женщиной. Он нашел какие-то удивительно важные, самые простые, иногда самые сложные слова, которые вскрывают наше сознание, нашу суть, нашу нежность. Он в своих стихах в некой такой душевной раздрай, когда впал, говорил: нет, не ставьте памятник в Рязани. Но мы не памятник, мы музей открыли, в полном соответствии с его заветом. Подобное культурное пространство, по словам Прилепина, в России появилось впервые. И это не просто музей, не просто место. Это будет точка сердцебиения культурной жизни Рязани. В задумках и другие проекты, направленные на развитие именно культуры. Ведь, цитата, если мы забываем, зачем есть поэты, художники, мы перестаем быть успешной экономической державой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Профессиональный художественный путь Риммы Владюк начался в нашем городе, в стенах Рязанского художественного училища. Непревзойденный вкус, чуткое отношение к цвету, стиль – отличительные черты авторской оригинальности Владюк. В салоне на Старом Перекрестке экспонируются работы мастера, посвященные морской тематике. Мои работы отображают состояние прекрасного во всем. То, что в жизни кажется обычным, на холсте превращается в волшебство красок и явлений. Отталкиваясь от конкретной натуры, я наполняю ее личной эмоциональностью, живописными нюансами. Поиск и развитие своего языка и стиля в живописи идет у меня постоянно. Так Римма Владюк говорит о себе и творчестве. И говорит очень скромно. Как бы вы назвали свой творческий стиль? Импрессионизм. Хорошо, тогда какие ваши любимые авторы? В искусстве. Фешен очень нравится. Дейнека, Коровин, Серов. А что больше всего вы любите писать на юге? Наша выставка называется «Южная история». Ну, конечно, пейзажи. Пейзажи? Море, да, солнце. Ночные, вечерние тоже очень люблю. Какой ваш самый любимый город на юге? Очень много. Например? Но Ялта мне очень нравится. На деле же из-под кисти художника выходят эффектные, немного мечтательные пейзажи и натюрморты, в которых лишь угадывается реалистичная картинка, показанная через призму влюбленного в жизнь автора. Для живописного творчества Риммы Владюк характерно особое чувство цвета. Пейзажи получают под кистью Риммы яркую эмоциональную окраску. С помощью цвета художник в своих работах воздействует на зрителя и не оставляет его равнодушным. Может быть, она сюжет один, а работа настолько разные, потому что каждая решена в своей колористической манере. Много лет назад, когда она впервые появилась своими работами в салонах, это было потрясение, потому что такой свободной живописи, пастозной и в то же время такой красивой, сочной, было очень мало. Там присутствовал и сюжет, и реализм, и вот это вот разнообразие красок. С начала 2000-х Римма Владюк активно участвует в различных выставочных проектах, снимается в кино и рекламе. Многие работы находятся в российских и зарубежных – Греция, Франция, Италия, США – коллекциях живописи, а также в Золотом фонде в ГИКа. Ее коллекция в стиле импрессионизм будет интересна как ценителям живописи, так и искушенным зрителям. В течение месяца в салоне на Старом Перекрестке эти изысканные пейзажи можно увидеть лично. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С вами была Марина Романюк. На этом у меня все. До свидания.